первая часть интересная. Мне она очень нравится, но я не могу ее. Типа, меня всегда там кикают. Ну как кикают? Я просто стою и смотрю, как другие бьются на машинках. Это самое крутое. Да. Тут. У тебя с картой все хорошо. У меня карта показывает Делара подземелье. Прикол какой-то. Здорово. Привет. Здесь же, да, у тебя будет два светка? Да. А, все. Так, лобнуться надо. Да, 25-ка. Самый лучший рейд в мире. Ты собираешь осколки же, да? Говорят, осколки прокляты. Ну, они сколько хожу, они там конкретно мало. Это я ж надеюсь, я буду не мейн танком, да? Это кто, ДК танк? Да, я ДК танк. Ну а что ты, Вольде, хочешь? Шмот на танк или на ДД? На танка, желательно. Ты играть умеешь хорошо за танка? Был перерыв. Поэтому пытаюсь останавливать знания. Долгий перерыв? Да. Больше года? Плюс-минус год. Ну а что, знания? Кидаешь ЛПшку по КД и все. Вот и все знания. Ну это я знаю, да. Ну, если это знаешь, то значит затанчишь что угодно. Ну, ладно. Чтобы танчить топовых боссов, конечно, надо побольше знать. Мне как, в хиле дайте? Кто это? Руками болит, пал. Ну да, пока. Девяносто сова фул страты. Тест ID Макс 10. Потом Макс 25. Потом льда 10. 220 плюс плюс идешь. Рай 25-ка здесь собирается. 25-ка, да. В смысле, не у льда, а ИК-25 и так далее. А что, у вас ИК-25 или? Вторую 25-ку на сегодня ставили на 4, потому что не все влезли в первую. Это я не знаю. Спроси у Дэна. Не в сети он вроде. Это вроде в сети был, он в Дискорде посмотрел. В
Будьте добры, подскажите, Мифрил, где профитник копать? Внутренние земли, тлеющие ущелья. А в Тонарисе не вариант, да, народу много? Я не помню, вариант. Сколько там. Я там копал. Просто я уже третий круг тут делаю. Одну руду только копнул, 4 штуки. В Тонарисе ее много, знаешь где? Внутри в этих пещерах паучьих, там мифрила достаточно. Потом по левому краю, ближе к спуску Кунгора, там тоже есть много жил. И в самом Унгора, на южной части, вот возле гор, тоже есть. Все, вот эту зону можешь собирать, там более-менее. Там еще и Тори, да, нормально спалывается. А ты Тори уже можешь? Да. Ну, Тори там по краям мало. В Унгора будет Тори большие... А подожди, нет, стой. Да-да, будет Тори по центру в основном на этих горах, но его там часто выфармливают, но зато там жилы будут именно большие. Еще вроде как тоже есть где-то не в пещере, а в какой-то... Ну, там есть ближе к югу какое-то подземелье или что-то около того, не особо большое, там руды много. Где-то жил 6-7 ториевых и мифрила чуть-чуть, тоже где-то ближе к югу, точно не скажу. Спасибо за информацию. Вообще, можешь слетать в Восточных Королевствах где-то пофармить. Я помню, я там добивал что-то еще. Но не помню точно где. Блин, у меня там просто ничего не открыто. Понимаю, я просто сам на ДК это делал, а у них по дефолту зарядка есть. Там просто перебегать, это труба напряжена. Просто себе как раз ДК под горку сделал и импов собирал это все. У них полетка изначально есть. Вот она мне написала, я думал, она зашла уже, и никто не взял. Алло, так как кто-нибудь отписался хотя бы, чтобы ее взяли, так давайте возьмем. Чем можно давайте пойти? Я уступлю место. Это там фул рейд. Давайте я уступлю место. Это... У меня есть чем заняться, я могу уступить место. Тут-то типа место не за шмот, а она тоже, у нее его большой. Дэн, ты тут, прием? Да, пока. Или в этом канале перетаскивай с гостевой, или пошли в гостевую. Пошли вверх. Пошли. Просто здесь парная стойка, мы тут все рейды. Сейчас разберемся. Так, кто там не попал? Холипал есть одетый. Кто там не попал, говоришь, сейчас дискодолог, да? Попал Оля, вроде бы зовут ее, да? Телинда. Кому-то... Нет, смотрите, ну у нас же ДЦ есть один, тогда зачем я нужен? Давайте я ливну. А вы и Холли Палу сюда запихаете. Нет, ты пойдешь шипа, а я пойду квесты делать. Нет, я могу поинтересоваться, а вторая 25-ка ВК сегодня пойдет на 4 просто ставить? Нет, к сожалению, потому что мы не закрыли горожан четвертым статиком. Дензел, дайте пати мне на мага. Можно было как-то это предупредить хотя бы, потому что, ну, специально не ходил, чтобы с гильдой пойти во вторую. Мы вчера хотели. А ты вчера с нами бы пошел в Карл, вообще было бы шикарно. Ну,
Если предложили, пошел бы. Я же в десятках не состою, в статиках. Пока вот, блин. Нам вчера просто немножко ДПСа не хватило, чтобы убить смотрителя. Прямо кто там парацин. Лейт хочет еще раз? Кто-то есть, Ауреста я, да, плюсану. Кому вообще место надо уступить? А то меня что-то взяли, потом я перекину камушки себе делать, хоп, все хожу. Блять, я не выйдет. Че за прикол? Я тоже могу уступить, ГЦ есть, кроме меня. Смотри, как сразу же накидается, а? А кто второй ДЦ? Чудо-чего? Не, просто мне реально есть чем заняться. Ну так шифой отдыхать это. Да не отдыхай, я буду бегать, задротить. Там кто-то говорил, Хелен Нердру пойдет. Она не пойдет? Нет, Наленка занята там. Ага. Чем? На траву шифу фармит, сама на карту. Так, они... Чифу не пойдет, да? Сижу, блин, говорят, что-то не понимаешь, что я не там сижу, блин. Я место уступил там ребятам, кому нужна. Мне льда не нужна, в принципе. Там Тилинду бери тогда. Да, я вообще найти не могу пока. Да? Берите я того, кому... Я что-то пытаюсь найти паладина, не вижу у нее. Кому это надо? А, о, нашел. Вон, Тилин. Мне на паладине она надо, у льда. Она вам всем надо для того, чтобы потом ходить в гир закрывать. Да, но у меня просто поэтому Дэн... Поэтому надо, посмотрит... не надо вам... Дэн посмотрит на моего паладина и меня... Уступил, все. То есть зачем разговор об этом? Надо, не надо, да, в самом деле. Уступил, брысь отсюда. Здесь рейдж. Меня хочет полутать. Все, я ушел. Да не, не об этом речи. Спек у Тилинды какой? Холи паладин у нее. Какой ДЦ второй в рейде, кроме Килая? Саркоя ДЦ. Так, он ушел, да? Да, ребят. Ну еще один слот. Вон там маг. Ну, наш он маг. Так, маг. А, это Офелсе, который. Да, я же говорил, пошел камни себе делать. А, сумму можно? Сейчас, секунду, спасибо. Все, садимся на машину и едем. До босса. Прочитал, Войт? Да, иди. Кстати, да, я тактику вообще не знаю. Сейчас узнаешь. Ничего, здесь половина таких. Я только на X2 был в обычке. Ты здесь, да, у нас ульда собирается? Привет, кого не слышал. Привет, ты. О, уже воюем, что ли? Мы в гере будем пробовать. Плюс 3. Когда постоянный рейд будет, будем делать гера. Войд, в гере пробуем или нет? Я же говорю, плюс 3, слышно? А, да, я не услышал. Ты его слышишь? Да, слышу. Может, микрофон залагал, не знаю. Сегодня, кстати, не лагало. Вчера что-то вечером лагало. Призы были. Кстати, вопрос, а кто качал вот вчера обнову на 11 гигов? На сколько? На 11 гигов. Я качал. Это лучше. У тебя только сейчас лаунчер обновился? Может быть? Нет, вчера. Там говорят, то ли какой-то баг был, то ли что там. Да, клиент вообще поломался, блядь, наполовину, блядь, перекачивали. Нет, прикол в том, что не все это качали. Да, не все блядь. Именно те, кто онлайн сидели, большинство, блядь, именно в это время, когда лег этот самый, те перекачивали. Я вообще фулл клиент перекачивал, блядь. Полностью макросы, аддоны, блядь, переустанавливал. А это же было объявление, что частями народу раздавался новый клиент, типа собранный, там на 11 гигов. Такой хаос творится, да?
Езжайте направо вниз, надо зеленую башню сломать. Без которая цветочки? Да, да, без цветочков было. В принципе, тут сверху ее можно расстрелять, хорошо. Ну, мы пойдем тогда дальше чистить. Надеюсь, танк тут не сагрится, нам танк не нужен. Толстый мог. Все, башня сломалась, поехали до босса. Вон там эти выходят, мелкие. А какой ролл здесь? Обычный. То есть нужно жмакать? А, танк тоже идет сзади. Сзади танка все-таки сагрили, но идет. Да, ну все, сейчас разворачиваемся, сзади танк. Паук такой, не надо убить. Тут мап в воздухе висит. Это ж сервис, тут все, половина серва в воздухе висит. В лужах не стойте. Да как угодно босса дамажит очень сильно. А что за мотоцикл разливает лужи? Mm-hmm. Что за гений-то? Признайте, мы вами вас восхитимся. Был бы я на мотоцикле, я бы сказал я. Давай этот фиг, спина к спине, отбиваем. Поиграем в мяч, да? С этими мобами. Только сказали про мотоцикл, что не надо разбивать. Игра, конечно, интересная, но я помню, War Thunder качал эту штуку. У кого-то там звук из машины, из танка, из какого-то. Кто в самолете, мы тебя замутили вообще. Из БТР, как бы. Вот там мобы, два больших великана стоят возле ворот. Когда их убиваешь, будет босс выходить. Машины сломаются и появятся здесь возле колоб. Где звуки Варкрафта? Может, ты Shift-Test нажал? А, не. Сильно тихо. Все, можете слезать машин за линию, заезжать за порталы. Выходите из комнаты. Лучше всего слезть с машины и быстро выехать на маунте. Сейчас машины все сломаются. Тут там останется, тут помрет. Чтобы быстрее помереть, нужно слезть с машины. А кто так запустил? Да, кто-то в комнате остался, захотел посмотреть на босса. Теперь надо ждать, пока босс уйдет в машину. Или весь рейд. А что, так и должны подохнуть, да? Да. Нет. Кто не успел, тот не успел. Кто захотел остаться в комнате и посмотреть на босса, подохли. Я ушел за комнату и один хрен сдох. Кидайте тело. Да, сдох, потому что тебя не хилили. Заходите в инст, нажимайте портал. Называется «Перенестись на плац». Плац с большой буквы. Есть три типа машин. Мотоциклы на одного человека, разрушители и осадные машины. Разрушители и осадные, они на двух. Разрушители дамажат. Так, на разрушители поставлю 5 меток. Будете запоминать свои метки.
Давай я буду колчеданы тянуть. Пока что плюсуйте 5 плюсов люди, которые будут водителями. От этих людей требуется, чтобы они набрали 10 стаков колчедана на боссе и поддерживали. Так, что хочу, звездочка. ДК танк, кружок, протопал, ромбик. Еще 2 плюса водители в разрушитель. Заезжайте разрушителями на круг починки, чтобы восстановить колчедан на 50. Один бросок бочки колчедана тратит 5 колчедана. Всего вы можете бросить 10 бочек. Дэн! Притянуть. Можно тебя буквально на пару минут, короче, куда-нибудь в отдельную комнату? Притянуть колчедан, второй пассажир в разрушителе может крючком, третьей кнопкой. Чтобы притянуть, нужно выбрать колчедан мышкой, левой кнопкой, находиться в 50 метрах от него, нажать крючок, крючок покажет анимацию притягивания бочки в машину. Эта бочка восстанавливает 25 единиц колчедана. Нужно нажимать эту кнопку только тогда, когда у машины 25 колчедана, не 50, а 25, то есть половина. Чтобы смотреть, сколько колчедана на своей машине, нужно нажать на свою машину левой кнопкой мыши и нажать на портрет машины правой кнопкой мыши, нажать кнопку «Запомнить цель», и тогда вы будете видеть портрет своей машины и видеть количество колчедана на своей машине. Это касается людей, которые будут тянуть колчедан. Нужно еще 2 плюса на... Так, ладно. На треугольник. Я сел, что хочу. Что хочу, звездочки. Так, в треугольнике буду я водителем. Кто в луне водитель? Кто-то, кто не ставил плюсик. В печеньке не ставил плюсик, Лимитис, похоже. А. Да, ты же посадил. Так, Лимитис. Хорошо, ладно, все, кто сели, водитель. Теперь нужны 5 человек, которые будут нажимать крючок и притягивать колчедан. Это я сижу, что хочу, уже. Ты, звездочки, сидишь, да? Тогда хардмод, садишься в треугольник к Войду. Ахахахахахах. Садишься в ромбик, притягивать колчедан. Рили, садишься в луну, притягивать колчедан. И Джафар, садишься в кружок, притягивать колчедан. Все, запомните свои места, первое место и второе место. Все остальные люди, садитесь на осадные машины, это самые большие машины, там тоже 2 места. И только после того, как займете осадные машины, рассаживайтесь на мотоциклы. Мотоциклы занимаем в последнюю очередь. Значит, смысл боя: водителю настакать 10 стаков на боссе колчедана и ездить от босса, если его выберет цель. Тот, кто притягивает колчедан, притягивать, поддерживать постоянно 50 колчедана, когда его становится 25, нажимать крючок и притягивать. Нажимать ускорение, когда метка на нашей машине, и водителю уезжать и одновременно поддерживать стаки. Если стаки спадут с босса, то мы босса не убьем никогда. Никто его не задамажит. Машины, которые осадные, показываю вот квадратик, вот крестик, должны находиться возле босса хотя бы 2 машины. Если босс начинает каст, огненный поддерживающийся каст, нужно нажать кнопку номер 2, чтобы сбить каст боссу. Для этого нужно находиться вплотную к боссу, рядом с красным кружком под боссом, чтобы урон нанесся боссу и сбился каст. Проверка на то, что все расселись по машинам, и будем... Олег, а вообще на мотоциклах у всех крючок есть или у кого-то спички показывает? Скажите, пожалуйста, на мотоциклах всем. Если у кого-то на мотоциклах нет крючка, нажмите на люльку правой кнопкой мыши, а потом нажмите не на люльку, а вот на картинке, которая справа вверху под мини-картой, нажмите на черную точку, которая показывает расположение люльки. Вы пересядете в люльку, и потом нажмите на мотоцикл правой кнопкой мыши, и вы сядете обратно в водительское сиденье, и появится на кнопке номер 3 на мотоцикле крючок, который притягивает колчедан в люльку, и потом вы можете его оставить в любом месте комнаты. Так, даю проверку. Заезжайте все в комнату, все машины. Не стойте за колоннами, иначе вы останетесь там и взорветесь.
Ханкуль здесь? Да, он тут Хэмми, да, убиваем? Плюс 3. Он убивает сейчас. А, есть. А, пусть он мотоцикл снаружи. Довезу колчеданов немножко, я сбил. Завезите, который попал. Тут же видно, что мы плюс 3 убиваем. Сверху на платформах. Не все здесь, некоторые первый раз. На счет 3 будем стрелять босса. И максимум быстро 10 стаков накапливаем. И потом поддерживаем. На счет 3 начинаем. Раз, два, три. Поехали. На боссе есть 3 типа лучей. Огненные, оранжевые. Оставляют огонь, в огне нельзя стоять. Стоящие синие лучи, из них падает молния. И двигающиеся синие лучи, они будут ездить за машиной. И когда машина остановится, луч тоже остановится и упадет гроб снега. Нужно остановиться, чтобы луч остановился, и сразу начать ехать. Тогда сугроб снега упадет мимо машины и никого не заморозит. Очень внимательно смотрите за лучами и поддерживайте 10 стаков на боссе колчедана. Если это все делать, то босс умрет через минуту, через 45 секунд. Лучи двигающиеся, смотрите внимательно. Если будут человек 20 одних и тех же приходить, на следующем КД сделаем плюс 4. Это в машинах колчеданы еще подбирают. Вот лучи появились. Подходите. Нажимайте скорость, рывок, чтобы убраться по машине. Чуть-чуть надо было зажать. Ну, в этот раз лучше намного водителей. Стаки никто не прыгает, я один только стаки проебал. Колчеданов нет ничего. Если есть желание, если те же люди придут, на следующем КД сделаем героический режим. Там 239-я шмотка падает. Там шмотки 3-4 хороших есть. И хилов, и т.д. Там немножко по-другому надо будет играть. Нужно будет катапультировать людей с машин на пушки босса. На боссе 4 пушки будут, 4 места для людей. Эти пушки нужно будет заливать на спине босса, потом спрыгивать вниз и уезжать в этот, как он называется, убегать пешком к своей машине. То есть нужно и кнопки свои запоминать. Так. Кстати, по крафту, Дэн, там надо кому-то что-то из крафта 226-го сферы? Может, не резните меня. Кому надо, пускай плюсует, если надо, я хрен знаю. Если что, пишите. Если только. Может, какую-то шмотку кому-то скрафтим, там пояс и тапки вроде с людей крафтовые есть. Ну, рецепты вроде должны быть сейчас у полусерва, а эти сферки, если что, дам. Вот этот чертеж, рольте на чертателя. Ой, зачарователь. Наложение чат. Ага. Так, что хочу. Закидываю. А вот это топовое метательное. Я там что хочу закинул. Там позже ру кинули, если что, передадите. Меткость, скорость. Метательная фигня. 232. Если кому-то надо. А на распыл кила я кидаю, как в прошлый раз. Так, кольцо на танка, защита уклонения, броня. В хиле будь. Денис, можешь дать маску на СПД из банка? Так, зайчонок. Кого-кого? Обмен дай. Сейчас, так. Подожди, а где ты? Ну, я зайчонку закину там, смотрите, у кого какой спек. Инженер. Я на водомерке. Разбирайте утюг. Езжаем вперед в ворота, где выехал босс, и направо вниз. Там будет босс Острокрылая. Мы в 4 танка идем? Вообще не должны. Да чё, так у тебя только танк? ДД, ну спекайся в ДД. Кто там еще? У Зихте, значит, танк. А, ты в ДД пока, да? Ну ладно, погоди. А кто еще танк? Пока не вижу. Лимитис танк.
Limitless танк, хорошо. Ой, я вижу, даже у него такое количество хп, что он может соло заканчивать. Так. Делинда, только холипал у тебя? Делинда. Так, холипал, хорошо. Блять, мы в 3 хпала идем. Ну, так, а как у тебя там хпал? Сейчас я гляну. 36 тысяч, в принципе, это круто. 30 интеллекта. Короче, рука болит тогда в ретрика. Померимся с тобой ДПС. Рука болит в ретрика. Остается у нас Лимитис. Будешь мейн, у тебя 50 тысяч. Ну и второй Вайрит. Все, 5 хилов есть. Если что-то будет тяжело, там кого-то подспекнем. Роботе посмотрим. Робота сегодня. Робота будем пробовать ХМ. Чтобы 239-я, конечно, шмотка топовая выпал. Так, по бафам я смотрю все. Проверка на готовность. Дэн также запустишь, как в прошлый раз. Принимайте готовность. Норро. Так, а еду не ставили? Рыбы ни у кого нет, я могу поставить. Давай, ставь. Норро лог здесь. Норро К. Ладно, в принципе, один не критично. Хоппа лок. Хоппа, норро. Все, есть. Марк? Наверное. Значит, босс плюется сверху. Огнем. Тычка. Надо просто ее захиливать. И лужу будет кидать. Из лужи выходить. Ну и бить трэш. Маги, дайте интеллект. Палы, дайте кулак по АДК. Под друидом, да? Он кто-то же есть там из друидов? Не хил. И сова, я думаю. По рогам кулак. У нас столько полу, что можно всеми бафами обдержаться по два раза. Защёнок, давай ты кулаки. Холипалы, кресты. Ну и кто там, каски, бафы, каски. Нора офна, все куда-то. Писал что-то, нет? Да вон с гильдии возьми тогда кого-нибудь, может, пойдет. А он не с гильдии, этот Нора? А он с гильдии, хрен его знает. Ну, ну если там кто есть, кто сейчас зайдет. Есть там кто? Или без него пойдем? Да пока пойдем без него на одного босса. Давайте пойдем пока. Пойдем. Потом спросите в гильдии, если кто пойдет. А, вот он вернулся, наверное. Нора, ты тут, в Диси? Не в Диси. Ага, все, вижу. Еще раз проверка, я запущу. Все, запускаю босса. Добрый день. Всего хорошего. Максимально быстро захиливайте, вот когда в человека прилетает плевок босса, он пол хп сносит, второй может убить. Два танка забирайте, моба, который высокий, скоро начнет крутить вертушку, чтобы его максимально быстро убить. Желательно, конечно, не превращать людей в огонек, чтобы они могли дамажить. И хилить тоже. И хилить тоже, да. Понимаю. Поэтому засуньте эти свои палочки, извините меня, в одно место. И это будете делать на, ну, где-нибудь там в Долоране, а не здесь. Если кидается лужа в трэш, выходите из трэша. У меня в одного так шоу лагает или нет? У одного. Милики, не стойте в огне. Пол хп потеряли. Плевок сверху добьет. Три пачки трэша между... Мы там цепи делаем, не? Да, еще две. Вот третья пачка. Как добьется пачка, так активируется четвертая пушка. Ну, примерно по времени. Выходим, милики с мили этой с лужи. Не стойте в луже. Зачем? Пять секунд. Танки сводите. Две секунды. Сводите ему голову. Пускай, пускай, все равно. Пустил.
Все, фул ДД по боссу. Прожимаем все прожимки на босса. Убьем босса. Стоим либо в хвосте, либо сбоку. ДПР есть, можно порезать. Да, там 1000 ДПС особого не надо. Зачонок, что у тебя с ДПС? Как там где-то 200 шмот, что ли? Все посмотрим. Сейчас босс будет взлетать. Лок, а ты как сдох? Тебя кто-то запиздил или ты в лужу стал и плевок словил? Джафар какой-то. А он не расскажет. Я вам написал, запиздили. Че там докушал? Еще как? До Китая раком две. До последней. Еще пачка. Зайчонок, ты как там одет 1005 даешь вообще? А зайчонок, пиши там что-нибудь рей. Да, будем надеяться. Убивайте, я сейчас спущу. Да, да, запускаем, мы еще будем пускать глазок. Может под ПЛом сейчас? Не вижу смысла. Мы переведем? Чела, отойди ты от морды. Лучше потом дадим. Может в Геру? Нет. Там две совы, которые смотрите на хилов. Вот у вас иннер и СКД. То есть у вас у обоих сов есть иннер. Озарение. Дайте все два на хила на лице. Трицы и Матрёна. Вы слышите? Да, я слышу. Я не могу понять на хилботе, как ману смотреть. А, ну удали хилбот, скачай Вуду на следующий рейд. Все, добро. Я вижу все полоски маны. Ну а пока что выбери хила и дай ей иннер озарение. Вот 30 дал, пошло КД. И вторая сова тоже дай. Так. 25. А, еще пачка. Третья.
Значит, перед лицом босса стоять будут только танки. Под лицом босса не вставайте, потому что там дыхание. Вызывай. Все, босс сейчас спустится на пулы, на ромбик. Ромбик набирая бро, там таунт нажмешь, если надо. И меняться будете на двух стаках. Давайте Геру. Фулл ДПС. Забираем. Там в танка будет лужи кидаться, нужно немножко будет назад откинуть. Великий, когда будете идти за боссом, смотрите, не встаньте в лужу. Немножко сбоку ходите. Все там нам сейчас готово. Смотрите, чтобы у вас спал дебаф, потому что следующие мобы огненные, чтобы они вас не пошотали. Там 30 секунд подождете. Так, хорошая новость. Топовая тренинг РДД упала. Ну, до поры до времени, конечно. Живой жар. Рольки. Ну да, неплохая. И там вообще много СПД. Ее в два раза усилили. ШП роль, Юля. Так. А как ролить? Свеш ролл. Так, Лидна. Фиг его знает. О, молодец, Юлька. Лайк. Все, Юля выиграл. Да, ну я так, напиши свеш ролл и все. Да она уже выиграла. Так, вот это на ДК танка. Лучше мака сделай на это и все. А, я первый раз в рейде, я даже фиг его знает. Вон тебе просто написали в чате. Я уже увидел все, я. Сейчас я зайду, хант Джира, релогнусь, а потому что вообще нереально играть. Перезагружу компьютер, наверное. Угу, давай. Пока трэш побьем. Так, 30. Агрим, танчим. Баб, забираем лево. Да. Хорошенько здесь хилим Мелизона, потому что может убить. Нужно на фулл ХП стараться держать. И пошли второго моба. Так, Зихти, что ты там депесил? Что-то не могу понять. Зихти, ты в Дисе? Так он танк. А, так я танк. ДД спекайся. Же... А, так у меня нет ДД спека. Я ж как танк пошел. Нет, я как танк рекал. Так я тебе. Я ж за двоих плюсовал и за ДД, то есть за друга, который с нами сейчас похахал для ДТЛ. И за себя, как за танк. Ну, блядь, просто нет слов. Это ты мне про него писал, что он 6К дает, да? Угу. Мобы будут давать каст, нужно... А чё ты в ветке крови? Ну, что у тебя власть крови? Если ты там... Что, погрона трэш не забирал? Так ты, получается, ненужный с 1000 ДПС. Паладины, у кого из вас ретрик есть? Ну, хреновенький, но есть. У меня вообще хэпал. Ну, давай я спекну с хрен. Слушай, ну это пиздец, конечно.
три танка идти. Ну блин, может 1005 будет. Но дальше понадобится. Ладно, хуй с ним, будь в танке пока. Особо тут не претендуем ни на что. Есть мобы, как бы, вот они бегают, видите, их надо бить, чтобы дальше пройти. Я не знаю, почему вы стоите и чего ждете. Они будут давать каст. Вот этот каст нужно давать стан или притяжку. Главное не проебать. Вот сейчас я дал стан. И я следующий. Давай. Нихуя не дали. Весь рейд 25 человек просто нихуя не дали. Я давал стан, Миссану. Ну, потому что 10 тысяч человек дали стан, и пошел диминишн. Понимаю. Ну вот. Ну, вообще он должен даже с диминишинга отбивать. Нет, нет, здесь диминишн. На стан идет диминишн. Это означает... Кто там? Джафар охнулся. Не зайдет, наверное, да? А, зайдет, наверное? Джири перезайдет, он перезагружает. А, я перегружаю. Не давайте все станы одновременно. Забаньте. Пускай второй. Это делает один. Там можете уже бить. Если что, застанем, притянем. Просто не сдавайте все станы одновременно. Я дам стан. Разбань. Не надо притягивать, когда босс не стан. Кастует. Вот вы так все станы, все притяжки отдаете, а потом, когда босс кастует, летаем в вихре. Некоторых это еще может убить. Я не знаю, чем руководствуются люди. Вы же слышите, вам говорят, дам стан. Может, нервничает. Он еще моб такой один остался. Я первый дам стан, никто ничего не давает. Следующий. Кик не работает. Работает или стан, или притяжка. Или стан, или притяжка, или фир, или откидывание совильное, или электроспер. Все, вот там 4 моба есть. Пока танки их на коне собирают. Идем потихоньку за ними. Пока не бьет никто, только напуливайте на танк. И встаем за спину мобов в звездочке. Все. РДД, хилы, чтобы мобы не чаржили через полкопа. Дали на пул, дамажим. Не старайтесь дамажить раньше времени и дать миллиард ДПС, потому что танк нужно набрать проще. 4 моба сложно танчить. 3 танка. 4 моба. Ну, это шутка, да? Вот моб на меня повернулся, там стунтите кто-то с трех танков. Потому что он из рук построит огонь, а потом на весь рейд попадет просто. Просто можно же кливать через цель танка. А можно кливать просто. А можно одеться уже так, чтобы не срывали агро. Да. Понял. 10-20, 10-25, блин. Можно это 240. Танки нубяры. Вообще. Ну, блин, кикнем сейчас. Так, что там Джира релогается? Ешьте, пейте. Пошли на коней, побьем трэш перед роботом пока что. Там тоже интересные мобы есть, которые нужно давать стан. Прикинь, у меня еще компьютер не перезагрузился, блин. Ну давай. Классный комп у тебя. Ну я же говорил тебе, да. Да, это я помню. Тут ты его это как там, стартером загрузили, как там? Ну не знаю, блин. И дали пределы. Тут есть мобы, поставил на них черепок и крестик. Черепок бьет весь рейд. Я ему дам стан, никто его не станьте. И крестику любое тело дайте стан. Только не просто так стан, а стан, когда моб начнет кастовать. Желтый каст такой. Все, пошли бьем. Может корни компакта бот? Совы корни по компакту боту.
понял. Вы можете покидать тело и заходить заново. Пока мы здесь бьем. Выводим из-под купола. По крестику никто не дал стан. Видимо, это неинтересно. Лучше побить полчаса лишним. Вот еще станы пошли. Можно просто в корнях подержать его? Совы сдохли, они. Триции, Ленери, Рилли, все покидайте тело и бегите. Третий портал сверху. Нажмите на портал, телепортируйтесь, сядьте на коня и подъезжайте сюда. Если я с резеткой комп выключу, бля, я думаю, ему ничего плохого не станет. Да не, не станет. Да он заебал, нахуй. Да ну нахуй. У меня стана нет. На утилятора. Ничего страшного. Потух... Я уверен, что больше никто не сможет. Потухните еще разок. Ладно, я пошел. Не привыкать, как говорится. Мы же сможем дать корни в этот раз? Совы, вы в Дискорде? Ну, вы уже сагрили, не знаю, смогут ли. Главное, техникам дайте, чтобы они купол не ставили. Все, бейте компактобота, а то корней на него никогда не кинет. Нет, но если будет стоять за текстурой и будет писать не видно цель, то конечно будет весело кидать в него корни. Так это стань. Так. Стань так, чтоб ты мог. Ну я встал как я мог, потом он отошел. Что страшно, как он корняк может стать. Все пытались. Но не смогли. Да. Да, не удалось. Сюда пришел первый раз, вы хотите, чтобы я тебе что-то... Да не беспокойся, не переживай, все нормально. Ну, все нормально. Никто... Не, это просто... Никто тебя не ругает, не дает ГП. Все когда-то учились. Все когда-то были... Главное, вы не бомбили сами. Хорошо, что у тебя вообще корни на раскладке есть. Угу. А то бывают такие некоторые, у которых нет. Или мастера аура на панельке нет. Или есть, но его надо мышкой тыкнуть. И пока он тыкнет, пройдет уже весь дамаг по рейду. Подходите, Джиро, что ты там скоро? Ну, запускаю лаунчер. Лимитис, а у тебя спек ДД есть? Он конченый. Конченый. Короче, у всех танков конченые спеки ДД, да? У меня хила. У кого-то из полипалов, по-моему, был Редрик. Если что, можно поменять тогда. У тебя есть ребята? У меня хреновый холипал. Хреновый? Насколько хреновый? 30 команд? 10 команд. Блядь. Ты лучше вообще не говорил ничего тогда. А у моего питомца больше маны, наверное. Нет. У меня на сове больше маны. Точнее, на мишке. На всех, короче, блядь. Че? Я уверен, что я... У меня на потике почти столько же. РЛК оп захилишь, да? Да. 70-х мобов пилишь. Джира, где ты? Забери вот это здесь что-нибудь. Вот это. Так, что там? Я дабу. Блин, все поздно. А что там было? Да, я хотел добыть. Ой, Джира там в Дисе, нет? Джира в Дисе, говорит, запускает лаунчер. Я всем каски раздал, короче. Так. Лимити, станчил этого босса? Нет. Ставлю тебе метки. Будешь водить босса после того, как он разольет лужу. Может, не будем водить? В эти метки. Нет, будем. Босс должен быть повернутый на вот этих каменных мобов лицом. Рейд будет стоять примерно посерединке вот здесь. Мы же можем просто поставить его в воду. Ну, мы не будем. Оттуда. Значит, Лимитис будешь водить босса, остальные два танка, Варит и ДК танк с хуёвыми ДД спеками,
будете брать мобов, которых босс оживляет, накапливать на них 10 стаков в центре огненной лужи и заводить в бассейн. Бассейн находится вот здесь. Ой, дали метку. Вот здесь, где треугольник. Нужно будет сюда завести моба, поставить. И тогда моб застынет. Этого моба нужно будет убить. Он раскалывается при смерти и взрывается вокруг на 10 метров. 30 тысяч дамага наносит. Поэтому танку нужно отбежать. И потом РДД должны дать пару тычек в этого моба. И моб взорвется. Возле моба никто не должен находиться. Милики бегают за боссом, РДД в рокбике, в треугольник ставят мобов, разбивают, раскалывают. Кто будет раскалывать? Какой-то РДД, Дэн? Или кто еще хочет? Добрый вечер. Добрый. Здорово. Короче, Дэн, самое простое, жгучей болью, быстрый каст, криты, пару тычек, ну там 2-3 каста, кританет и моб взорвется. Слышишь? Так, 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 это мне, да? Да. Мне какого бить големов, да, ты говоришь? Да, когда их танк заведет в треугольник и заморозится. Там жгучей болью покастуешь, они от крита взорвутся. Рыбка будет? Так, я зашел вроде. Давай. Где ты там Джиру загрузился, нет? У него калькулятор, он долго, видишь, все это делается. Ты пока объясни... Можно без него пока, че? Объясни паладину, как мастер ауры прожимать, наверное. У вас нету в льду одного места под одышник? А тебе именно за шмотом одеваться? Нет. Ну, пока нету. Джиро, подъезжай к нам. Сиди, Слава. Иду, иду. Не хочу. Можно мне ребаф только? Да, конечно. Значит, у нас одна аура паладинская свободная. Сейчас на ком третья аура? У нас получается 2 ретрика, 2 хэпала. 3 ретрика, 2 хэпала. Жрите рыбу. Вот. Кек, знаешь, когда давать мастера ауру на третий? Жрите. Ну как дашь, короче, сразу переключи ауру. Второй буду я, и там дальше я переключу, скажу ник следующего. По бою, значит, ну, щитки по КД, цепухи по КД, два холипала. Ну там разберите себе, допустим, будет варит водить, а этот БДК, ну это так, на подстраховке, чисто если моб будет в рейде кого-то бить, дашь ЛПшку там себе заберешь. А протопал варит, кружок пускай заводит. И вторую частицу, второй хэпал на ромбик. Ромбик у нас МТ-6 босса будет. Все на пулы, рога, хант в ромбик. Значит, босса приведешь звездочку, и тогда уже велики начнем его бить. Смотрим за агро, не срываем. Даю проверку и начинаем бить. Ты же ему объяснил, что надо разворачивать? Да, босса повернет на замороженных каменных мобов. Понял. Все готовы, иди, веди босса. Бьют только на пулы. Прям в кружок, центр модельки босса, вставь в кружок и поворачивай босса лицом на мобов. Вот так, отлично. Так, смотрим.
чтобы он набрал агро. Захиливаем черепок хорошенько. Человека, которого хватает ковш, надо захиливать. Давай, кек, мастерау. Все, хорошенько сейчас захиливаем. Так, занимаю третью ауру. Веди в кружок босса и поворачивай также к мобам. Где ты? Веди. Ромбик, веди быстрее. Ромбик, ромбик, ромбик. А, блядь, я ж кружу. Сорян. Блядь, беги. Ран. Не спи. Разбейте. Разбейте. Кто там? Разбейте. Даю мастерау. Хорошенько захиливаем сейчас. Так, следующий занимает... Рука не болит. Третью ауру занимает. Разверни босса. Да что ты делаешь? Веди его обратно в звездочку, веди его. Зачем ты его туда повернул? В звездочку веди, беги. На босса не смотри, веди быстрее. В звезду. Все, отлично. Скоро будет каст. Разбить. И обратно в кружок веди. Та лужа скоро исчезнет. Давай, мастера, рука. Отлично, захиливаемся. Освободил. Так, освободил. Следующий занимает зайчонок. Зайчонок занимает третью ауру. Мастер ауру есть на панели, надеюсь? Зайчонок, ты тут? Давай. Мастер ауру есть, да? По команде нажмешь его. Захиливаем черепок. Все, веди туда. Там она скоро исчезнет, они по таймингу лежат. Нажимай мастера ауру, зайчонок. Не получилось что-то. Захиливаем сильнее рейд сейчас. Зайчонок, у тебя что-то не получилось. Напиши в рейд, поделись проблемой с нами. Что у тебя не получилось? А, ты в ковше? Ну так в ковше это тоже работает. Освобождай третью ауру. Телинда, занимай третью ауру. Разбить. Телинда, отлично. Да, можешь, да, можешь в лужу сразу заводить. Ты там в луже не помрешь. Черепок захиливаем. Так, Телинда, готовься. Нажимай, Телинда. Нажимай. Вот, если мы не подлетели, это значит все отлично. Разбить. Так, освобождай ауру, Телинда. И ее берет. Кто был первый? Кек. Тебя вроде как откатилось уже. Да, прям в лужу можешь ставить и сам схватить. Тебя захилят, тебя не шотнет. Вот, нормально. И ты особо не паришься уже. Прожимаем бурсты, захилим черепок. В черепке можно нажимать на себя хилки, нажимать незыбку, панцирь. Нажимай кек, мастерау, отлично. Освобождай ауру. Так, я беру ауру. Еще, наверное, один каст будет, и уже добьем. Хорошо. Разбить. Захиливаем черепок. Все, можете мобов не заводить, уже 3 ляма. Можете просто где-то в сторонке их держать. В лямах на 5 можно забить. Просто бэквести босса и все. Захиливаем черепок. С последней мастера урдам. Надеюсь. Или успеем. Так, даю мастера. Захиливаем людей на фу. Все, босс упал. Так, что? Опа! Триня. Так, ну танки, рольте триню. Так. Варит зихте, что хочу. Что хочу, не танк? Что хочу, ну так, у меня в спек танк. И чё? Ну, на бейт сейчас ролим. Ну, ради бога. Так, кто там больше? Льва и Рид. 74, да? Так. Пояс. На ДД. Крит РП. Без дырок. Ну, на первое время там. У кого 200-й беспонтовый. Зайчонок. Отдаю.
кольцо хорошее, крит хаст на РДД очень хорошее. Если у кого беспонтовые кольца, берите. Так, 30 и 81, пока что вижу. ШП не надо? Все, и на ШП пойдет, отлично. Не, я у нее спрашиваю, что она не ролит. Юля, роль. Юлька, руль. Так, 30 ее закинул. Ну, а, сильно. На тебя топ ролл. 30 это что же с гильдией, да? Так, ну по ДПС я смотрю, что у нас, 90 тысяч. Зайчонок вместо 5к дает 3. Это ковши, наверное, был в ковшах. Матрёна 2000 дает, Матрёна. Сова 2000 дает. И в чё одет там? Нор 2000. Про ХМ можно забыть с таким ДПС. Мы, наверное, здесь ХМ не пройдем. Там ПВПшная сова. Да попробуем, давайте разок, чё вы. Попробую. ПВПшная сова, говоришь? ПВПшная, да. А чё у тебя, Матрёна, шмота нету? Ёптать, я ж переодевался, блин. Давай, переодевайся. А ты чё, на свой ДПС не смотришь, что ты 2000 даешь? Да у меня не стоит этого, как его называется, аддона. Я говорю, я первый раз в рейде. Сейчас поводу поставлю, посмотрел, чё-то к чему вообще. Ну, потом, на следующий рейд скачай аддон, аутфиттер называется. Там можно комплекты создавать и переодеваться. Вообще, кто не для меня дает, тебе вообще раки. Нормально, так, ты сейчас панка выпустил. Так ты на пятом месте. Считай 20 тел раки. Хорошо, попробуем хэм, посмотрим, как хилы будут захиливать это. Но здесь очень простой босс. С него выпадает на 75, 50, 25 сердца. Если сердце это убить до того, как это сердце поднимет босс, там 40 секунд дается, или 30, или 40, то запустится сложный режим. Будет дополнительное АОЕ по рейду от босса. Босс кидает две метки, черную и белую. Белая АОЕшит вокруг на 8 метров. Вот как звездочка показывает, примерно на такое расстояние от людей нужно отбежать. И из человека на хардмоде выбежит, появится искра. Эту искру нужно убить, потому что она дополняет АОЕ по рейду. Дает дополнительное 1500 в секунду или 2. Вот. И черная метка, нужно будет ее выносить, вот как примерно от треугольника звезда показывает, вот так, метров на 20-25. Потому что при взрыве этой метки, когда метка заканчивается, под человеком появляется черная лужа и взрыв. Если человек будет находиться, как показывает звезды, внутри рейда, то все притянутся в эту лужу, получат 20 тысяч урона, и еще в луже будут получать каждую секунду урон от магии тьмы. Поэтому эту метку надо выносить. Метки выносятся вправо-влево. Так, ну и конечно же эти метки должны хилиться. Халипалы частицы на танке. На боссе будет лимитис. Босс танчится вот здесь вот, возле ступенек. Ой. Ладно. Короче, понял, да, возле ступенек. Босс туда ступенек. Который сейчас проходит. Да. Понял. Вот так, Матрёна, подъезжайте все. Даю проверку, посмотрим, что у нас получится. Займите кто-то там третью ауру. Если мы сердце не переведем за гил... Вот, да. Ты поставил меточку для звезды, это раз. И раздать массейвы. Это самое. Или забей. Не надо? Забей. А, понял, мы ладно. Посмотрим, сердце переведем или нет. Все, иди, протопал, запускай. Бьем босса. Если мы сердце не переведем, то мы их не сделаем. Смотрите за агро, сначала на полы, потом уже ДПС. Прожимки, отведи дальше его, дальше к ступенькам. Все, пойдем. Смотрим черепок из рейда. Сейчас вы просто смотрите на метки, как они выглядят, как их надо выносить. Крестик стоишь в рейде, дамажишь весь рейд, зайчонок. Над головой у тебя будет крестик. Черепок Джира. Зайчонок, ты тут? Смотри внимательно. Давайте Геру у ДПС посмотрим, приведете или нет.
если не успеем убить до конца каста, то значит прям не сделаем. Так, у двух протопалов есть массакры, у кулипалов есть массакры. Вагоны. Все. Взорвите бомбота сзади. Бомбот сейчас в рейд идет. Вон бомба вместо головы у моба. Его надо бить. Так, ну просто подбиваем сердце и уешим мобов. Делаем обычный режим. Тут, в принципе, хадир. А все остальное. Самая крутая ачивка на этом боссе — это понерфить типа бота. Это прям бомбезная. Кстати, сейчас интересно было, почему-то у босса видел 8% хп, он все равно сердце скидывает. Типа он его 3 раза скидывает независимостью. Там такие мобы. Четвертый раз ловить. У них. Бота убить не может. У них вместо головы бомба. Их называют бомбот Хе-321. Их танк может взорвать. Просто я стою танчу этих мобчиков. Просто 3 раза они уже пришли в рейд и почти убили. Почти убили весь рейд. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Нормально. 2 кольца с блоком щитом. Кстати, надо комплект на блок щитов забирать. Да, вот я и думаю. А, это боешка. Ладно. Ткань, плечо с духом хостой. А эрдру, хули приставок пойдет. Ретина с одного ста. Я один в ролик. Так, ну 30 закину, если кому-то надо будет там нахилают, у него возьмете. Дальше куда ж макать? Заходите. Дестрику не надо, зачем дестрик ролит? Плечо с хостой и духом. Дальше поднимаетесь по ступенькам после робота, нажимаете на портал правой кнопкой мыши и выбираете перенестись в вестибюль.